Министерство экономического развития России передало полномочия по управлению особой экономической зоной Байкальская гавань правительству Бурятии. Соответствующее соглашение подписали в четверг исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов и замминистра экономического развития Российской Федерации Александр Цибульский. Отныне у Алексея Цыденова появились права и возможности для того, чтобы замороженный проект наконец-то заработал. Напомним, план развития особой экономической зоны Байкальская гавань включает в себя создание рекреационных зон Турка, Пески, Горячий, Бухта Безымянная и Гора Бычья, что в свою очередь направлено на привлечение туристов и инвесторов. Отметим, инвестиции в Байкальскую гавань на данный момент уже составляют около 5 миллиардов рублей, из которых более 3 миллиардов – федеральные средства. Соглашение подписано на 10 лет и может быть продлено по взаимному согласию сторон. Однако министерство в случае неэффективного функционирования особой экономической зоны вправе применять меры финансовой ответственности, в частности, требовать возврата вложенных субсидий.